объяснили, за что задержаны сотрудниками полиции? Тогда вчера я шел домой, после работы это было поздно, и не доходя до дома, я шел по телефону разговаривал, не доходя до дома, ко мне подошел мужик и начал расспрашивать, что потерял, что ищешь. Я ему сказал, я домой иду. Он мне говорит, ты заплачи, ты меф ищешь, вытащи меф. Я говорю, брат, у меня ничего нету, говорю, какой меф? Я говорю, знаю, говорит, вытащи меф. И начал агрессивно себя вести. Я ему сказал, прежде чем меня в таком обвинять, брат, ты кто такой, ты сотрудник или кто? Если ты не сотрудник, брат, я вызываю сотрудника. На что тот ответил, я сотрудник, я сейчас вытащу. Он меня держал одной рукой за шею, другая рука у него была за спиной, и в тот момент он схватил нож сзади, я как-то выбил его. Кто схватил нож? Он достал, получается. А у вас с собой был нож? Нет, не было. У меня с собой ничего не было. Я шел домой. Это было не доходя до дома, вот метров 10 оставалось стоять. Я ему даже рукой показал, потому что я домой иду. Что вы можете пояснить, потому что в соцсетях распространяется, что вы закладчик? Я не являюсь закладчиком или наркоманом. Все мои родные, все мои друзья даже могут подтвердить. Я никогда в жизни ничего не употреблял. Я просто шел домой поздно и... Этот человек, не знаю, что добавить, даже я не заплачу. Я не знаю, почему вы так начали думать. Вы в городе трудоустроены? Да. Этот человек оказался моим соседом, который живет напротив. И до этого, получается, мы не сталкивались, потому что в этом месте мы недавно буквально сняли квартиру. Я особо соседей не знал. Вы с кем проживали на этой квартире? На этой квартире я проживал с отцом. Мы сняли там квартиру из-за того, что мы, у нас там уже стройка, мы строим там дом. И поэтому я жил с отцом.